Привет всем! Я сегодня хочу немного похвастаться. Я заказывал очередной свой заказ, и ко мне пришла жидкая форма, да, MPG для экономии топлива, то есть вот. И также в таблетках. Вот я показываю. Что хочу сказать, что в процессе работы я заметил вообще две категории людей. То есть первая категория, ну, это довольно-таки такие крутые ребята, ездят на крутых машинах, и они, в принципе, ну, довольны, они не парятся насчет экономии, им нравится больше то, что они получают от продукта, а именно качество езды. То есть они видят какой результат. То есть сама динамика езды, приемистость, плюс то, что продукт защищает катализатор, так как 90-95% сгорает в камере сгорания, да, то есть топливо. Ну и также то, что вредный выхлоп в атмосферу, а машину практически не выдвигает, там практически на нуле. То есть, вторая категория – это те люди, которых интересуются именно экономией топлива, значительным снижением расхода. Что я хочу сказать? То есть, по опыту партнеров, которые используют продукт, а таких уже очень много. Значит, вывод такой. Очень важно уметь делать замеры правильно. В чем она заключается? То есть, когда вы, например, просто пока не пользуетесь продуктом, решили замерить, сколько свой реальный расход на 100 километров, вы выезжаете, например, на трассу и заправляете свой бензобак до самого верха, то есть до горловины, то есть чтобы видно даже был бензин в самом верху. Вы заправились, едете там по трассе, ну примерно в одном режиме 60-80 километров, 50 километров в одну сторону и 50 в другую. Вы проехали и подъезжаете к той же заправке. И также до конца, до самого горлышка бензобака, заправляете свой бензин. Вы его заправляете, да, на счетчику вы увидите, сколько вы реально заправили. И тем самым вы можете, ну, посмотреть свой расход на 100 километров. Далее. Вы начинаете пользоваться продуктом из расчета 1 миллилитр на 10 литров. То есть по опыту партнеров, да, которые используют продукты, вообще друзей, те, кто используют и пользуются продуктом, вывод средний такой, надо проехать минимум 3-5 полных баков. То есть, чтобы полноценно увидеть результат на продукте. После того, как вы проехали 3-5 баков, значит, также выезжаете на трассу, подъезжаете к той же бензозаправке, да, заправляетесь, также, да, и 100 километров, да, едете в том же режиме, в котором вы делали замер на свой 100 километров, ну, примерно в том же. Вы проезжаете 100 километров, и там вы уже реально будете видеть насколько у вас экономия. Вот что хочу сказать. Так у нас компания американская, да, а на официальном сайте написано 7-14%. А известно, да, то есть если это пурга, вранье и так далее, просто американцев вздрючат. Потому что сайты официальные на 108 стран мира. Далее.
Но, как показывает практика, и там написано 7-14%, да, официальная экономия. Но, как показывает практика и жизнь, у нас в России и в СНГ бензин очень низкого качества. И люди добиваются, и вот, например, мои друзья же личные, они добились более высокого результата в плане экономии. То есть там 10, 20, 30, а у некоторых даже бывает и 40%. Но вы никогда не узнаете свою реальную экономию, если не сделаете замер правильно и если не будете пользоваться продуктом. Спасибо всем за внимание.